Доктора Айболита знают все. Герой Корнея Чуковского получился невероятно добрым и запоминающимся. Каждый ребенок мечтал спасать животных в Африке, а школьница Даша хочет стать ветеринаром в нашем регионе. С будущей профессией определилась на все 100. Я собираюсь свою жизнь связать с ветеринарией. Я люблю животных с самого детства. У меня дома живет 3 утенка, это правда. Мы выхаживаем 3 утят с пруда, так как от них отказалась их мама. Я считаю, что это достаточно интересная, но сложная работа. Вот. Но в любом случае, из-за моей любви к животным, я думаю, я справлюсь с трудностями. Вот. Я готова к трудностям. Рассказать больше о профессиях и помочь определиться с выбором – главные цели агрофестиваля. Важная задача – привлечь как можно больше людей в перспективный сектор. За прошедший год мы очень активно работали. У нас открыто 4 диссертационных совета. Контингент наших обучающихся увеличился более чем на 1000 студентов. У нас открыто 20 новых образовательных программ. Программы все актуальные, востребованные, открываются по запросу нашего аграрного сектора. Рассмотреть поближе куриц и телят, узнать, как работает молочный сепаратор, посчитать деньги на счетной машине или залезть на 3-метровый комбайн мог каждый. Экспозиции представили в рамках презентации факультетов. Вот здесь вы видите сорта сои, гороха, озимой пшеницы, овса и ячменя. Мы сами производим семена вот этих культур. Это все элита. Поэтому мы работаем над тем, чтобы улучшать качественный состав наших семян российских, над увеличением сортов и для того, чтобы эти семена использовались в дальнейшем нашими хозяйствами Курской области. Также на фестивале организовали ярмарку вакансий. Представители крупнейших в регионе брендов, связанных с сельским хозяйством, рассказывали о рабочих местах и возможностях трудоустройства. Кристина Леонова, Егор Горожанкин, Сергей Дорохов. События дня.